Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня я расскажу вам простой, эффективный и очень экономичный способ, как промыть нос ребенку. Для этого нам понадобится всего лишь натрия хлорида, в простонародье это физраствор. Сейчас в аптеках продаются очень удобные флаконы, они сделаны из пластика. Здесь имеется такое приспособление, легко крепить. И сейчас я его подогрею под струей горячей воды и вернусь и покажу, как эффективно промыть нос ребенку на своем ребенке. Итак, для того, чтобы эффективно промыть нос, нам потребуется капельница. У этой капельницы я предварительно убрала иглу и остался вот такой мягкий наконечник. Он не травмирует и никак не пугает ребенка. Сам физраствор. Глубокая емкость и побольше салфеток, если у ребенка сильный насморк. Всем привет, дорогие друзья! Так, пытаемся вставить ой. Вот таким образом. У меня есть приспособление, благодаря которому я могу закрепить данный флакончик и также любой стеклянный флакончик. Это handmade. Спасибо моему супругу. Берем емкость, берем больного. Держи. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, сын. Важно, чтобы ребенок сидел и обязательно голова была наклонена. Вот так. Вот так. И начинаем промывать. Важно, чтобы из второй ноздри вот таким образом вытекал физраствор. Обычно, если насморк сильный, то вместе с физраствором вытекает и сама слизь. И после того, как мы промыли нос, мы, естественно, его отсмаркиваем. Да, важно, что сморкается ребенок, как вы сейчас видите, неправильно, это неверно. Правильно сморкать, зажимая одну ноздрю. А потом зажимаем другую ноздрю и отсмаркиваем содержимое другой ноздри. Только так. И то же самое мы проделаем со второй ноздрёй.